Знаменитый психолог Виктор Франкл писал, что жизнь становится невыносимой не от обстоятельств, а от недостатка смысла и цели. Однако сегодняшние исследования говорят о том, что человек становится счастливым не от наличия смысла, а от того, насколько жизнь легкая, приятная, избавленная от проблем. То есть не такая, как у людей, которые стремятся к смыслу и достижению. Что такое счастье на самом деле? Счастье на самом деле это зависит от того, на каком уровне человек желает получить ответ на него. В принципе, счастье, я бы сказал, это когда все твои желания не удовлетворены, они ждут наполнения, но они видят, что они находятся в предчувствии этого наполнения. Как ребенок, у меня скоро день рождения. Вот, и вот ты чувствуешь, что это день рождения, и тебе что-то подарят, что-то будет хорошее и так далее. Вот это счастье. То есть это предчувствие вознаграждения от жизни. Так что у каждого свое.